Не сдается СКА. Потрясающий гол забивает Саид Алиев. Ну здесь какой удар и 2-2. Подача в штрафную с правого фланга. Гузина. Удар с лета. И второй мяч в сетке. И это было красиво. Что подача с правого фланга, что завершение. Вот так весело балтийцы начинают сезон. Разбег такой 15-20-метровый. Но, скорее всего, будет бить не он, а Ткачев. И забивает. Забивает Сергей Ткачев, аккуратно положив мяч над стенкой. И как-то пассивно в этом эпизоде, как мне кажется, действовал голкипер Краснодара Станислав Акка. Передача низом. Ну что, красавец Никита. Ой, как между ног прокинул, зарядил и гол! 2-0, Никита Глушков. Ну что за шедевр? Астранов. Может быть, сейчас момент удастся создать. Классный обводящий удар и 3-2. Не сдается СКА. Потрясающий гол забивает Саид Алиев, вышедший на замену. Вот это да. Сосранов, как всегда, высоко действует, подключается и делает пас. Ну и удар из-за пределов штрафной невероятный. Начал атака Толесенцев. Замыкает штрафную площадь. Можно пробить. Гераев и 1-0. Вот здесь не стал Карим Гераев делать передачи и забивает первым же ударом в створ. Обычно не принят. Кабутов с мячом и попытка издали пробить. Ой-ой-ой, какой гол забивает Дмитрий Кабутов. 2-2 становится у нас счет. И Рустин догоняет. Наброс на штрафную, как в хоккее делают. Нет, нет, здесь нарушение правил. Атака продолжается. Гангапшая. Вот здесь какой удар и 2-2. Андрей Семенов сравнивает счет. 2-2. Ну что же, какие классные начала таймов мы с вами видим.